отеле Маласе. Мы сейчас находимся в Дубае, возле здания Дубайской оперы. И сейчас мы поедем на пляж Дубай Марина. Еще его называют GBR Beach. Посмотрим, хороший пляж или нет, потому что я там буду впервые. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, буду делать обзор пляжа. Пляж Дубай Марина. Сейчас пойдем, будем искать себе место. Алексеева вернется, я смогу переодеться. Влада уже купаться полезла сама. Такой фон для фото. Людей очень много, если честно. На Лавер людей меньше. Ну и пляж тоже меньше там. И удобнее. Дочка пока купается, дайте покажу песочек. Зато здесь песок намного мягче и мельче, чем на пляже Лавер. Ходите в комнату. Водичка тоже покупает. Смотрите, ноябрь, 4 вечера. И сколько людей на пляже. А говорят еще, что холодно в Дубае. Нет, погода то, что нужно. Просто идеально. Еще самое главное, я хотела сказать, что не обгораешь. Так что песок и вода нам очень понравились. Единственное, что не понравилось, это то, что да, людей очень много, и это будний день. А вы представляете, что в выходные здесь творится. Песочек здесь вот такой мягкий. Детки он лепят. Кстати, хотела еще сказать, что из него фигурки прикольные лепить. Цепляемость хорошая, лучше, чем... Да, молодец, лучше, чем на Ля Мэри. Там вообще ничего слепить невозможно. Мы пришли поздно, но за шезлонги все равно взяли полную стоимость. Вот такой диванчик, ну, на четверых взяли, зонтик. 210 дирхам стоит на целый день пользования. И дают два оранжевых полотенца за это. Вот так. Столик еще тут есть. В принципе, нормально. Там сзади коричневые домики, это раздевалки, туалеты и душевые. Вечером здесь тоже много людей собираются все с пляжа в кафешки. Перемещаются, есть палатки. Такие взял и пересел на скамеечки. Есть более крупные кафешки. Ищем, где можно сесть и вкусно поесть. Такой у нас сегодня небольшой обзор получился. Ну что можем сказать? Вам какой пляж больше понравился? Ла Мэр или здесь? Ла Мэр нам понравился больше. Да, здесь песок помельче, но при заходе в воду ракушки крупные лежат. Ногам не очень приятно, даже больно. Тоже есть кафе, но они, если честно, вот очень далеко. Там, где высотки. Там надо пляж приносить. Да. А там на Ла Мэре вам все официанты сами на пляж, вот на эти столики, которые возле шезлонгов приносят. Нам это с двумя детьми маленькими намного удобнее, знаете, чем один караулит детей, другой ходит за едой. Так что однозначно Ла Мэр номер один для нас среди городских пляжей в Дубае. Вам большое за просмотр моего небольшого влога сегодня. Не забудьте про лайк и подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Спасибо большое. Всем пока!